Без средств защиты в рейс не выходят. Сотрудники муниципального предприятия ТТУ в условиях карантина должны оставаться на рабочих местах и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта. Чтобы обезопасить людей, водителям и кондукторам выдают несколько масок и пар перчаток на день. Так как длительный контакт с людьми, с наличными, выдают перчатки, маски, чтобы обезопасить себя и близких людей. После того, как в Самаре введены особые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, моют и дезинфицируют общественный транспорт два раза в сутки. Обрабатывается вагон специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Мойка и дезинфекция продолжается во всех видах общественного транспорта Самары, включая коммерческие маршрутные такси. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, «События».